Ученые Пекинского университета пришли к любопытным выводам. Для этого они проследили рацион питания более 40 тысяч человек за 9 лет. Возраст участников наблюдений составлял от 30 до 79 лет. На момент начала наблюдений ни у кого из их участников не было никаких проблем с сердцем. Выяснилось, что употребляющие по одному яйцу в день люди имеют существенно более низкий риск болезней сердца и инсультов, так риск инсульта снижается на 26%. При этом вероятность смерти от него уменьшается на 18%, передает CNBC. Также регулярное употребление этого продукта снижало риск ишемической болезни сердца на 12% по сравнению с теми, кто никогда не употреблял яйца или делал это крайне редко. Отмечается, что яйца насыщены полезными витаминами, минералами и белками, которые укрепляют здоровье. Ранее специалисты из Американской ассоциации сердца выявили зависимость между перенесенными душевными травмами в детском возрасте и риском развития ряда опасных болезней. Так, насилие повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, потрясения, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца. Исследователи отнесли также издевательства со стороны сверстников, злоупотребление родителей алкоголем или наркотиками и распад семьи.